Теплая погода продержится в Самаре до конца недели. Снег синоптики не прогнозируют. Но городские коммунальные службы продолжают активно готовиться к наступлению холодов. Прежде всего проверяют спецтехнику. В этом сезоне на улицы Самары выйдут 736 машин. Из них 311 принадлежат управляющим компаниям ТСЖ и ЖСК. Работать будут в две смены. Площадки для вывоза снега уже готовы. На территории городского округа Самара у нас находится 8 территорий, которые готовы принимать условно чистый снег. Глава города поручил руководителям районов зимой особенно внимательно следить не только за уборкой дворов, но и за своевременной очисткой подходов к больницам, школам и другим социальным объектам. И умеренно использовать реагенты. Прошлогодний наш с вами договорен, что Бионорд мы бездумно не сыпем, да, все-таки давайте относиться этого как к химическому реагенту и будем тоже беречь те газоны, которые мы восстановили. Особое внимание и своевременной очистке кровель. Для этого необходимо полностью сформировать бригады уже сейчас. Глава города Елена Лапушкина поручила руководителю профильного департамента проверить, достаточно ли у управляющих компаний дворников и рабочих бригад для очистки крыш. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов. События.